Для того, чтобы быть в курсе оперативной обстановки, сложившейся на территории нашего муниципального образования, глава района Роман Синеговский еженедельно проводит встречи с сотрудниками органов внутренних дел. О чем шла речь на очередном совместном заседании в следующем материале выпуска. Глава района Роман Синеговский встретился с начальником отдела МВД России по Славянскому району Юрием Скорняковым, чтобы обсудить результаты деятельности и обозначить дальнейшие направления совместной работы. В первую очередь новый руководитель Славянской полиции отметил, что основные усилия сотрудников МВД направлены на выполнение приоритетных задач – выявление, раскрытие и пресечение преступлений и правонарушений, профилактику преступности, обеспечение охраны общественного порядка. Участники встречи также обсудили ряд актуальных проблем, касающихся незаконной торговли в неустановленных местах, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий и другие. Подводя итог встречи, Роман Синеговский отметил, что взаимодействие между полицией и районной властью налажено на должном уровне. Только совместными усилиями можно сделать наш район комфортным и безопасным для жителей. Надежда Калинина, Сергей Тимовский, Александра Тимовская. Программа «События».